Нюша станет послом 16-го чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Подробнее об этом, а еще о творческом тандеме певицы с дизайнером Игорем Чепуриным расскажет Стас Новос. Нюша замахнулась на масштабы Мадонны и Бьонс. Ради фотосессии для своего сайта певица выбрала наряды от известного во всем мире российского дизайнера Игоря Чепурина, который, похоже, взялся за Нюшу по полной. Мы идем к какому-то большому-большому проекту, к концертному шоу, где я как дизайнер, который... Мне это опыт понятно. У меня от Мадонны, Бьонс, Уитни Хьюстон, кого угодно, Шер, с российскими исполнителями я очень мало работал в своей жизни. Не пренебрегаю, просто так получилось. И поэтому, может быть, это будет для меня вот тот такой взрыв, который накопившийся моей уже энергии. Да и сама Нюша души не чает в своем новом партнере и ожидает на своем сольнике суперкрутые костюмы. Ну, артисты часто меняются, и это сейчас не новость. Я очень люблю меняться, поэтому когда есть замечательный дизайнер, который предлагает огромное количество разных вариантов идей, а я очень уважаю и люблю Игоря Чепурина, с удовольствием сегодня в его вещах. Вот. Ну а пока до большого концерта далеко, 24-летняя звезда рассказывает о последних новостях. Например, о том, что она стала послом чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет в этом году в Казани. Там, кстати, выступит ее сестра, синхронистка Маша Шурочкина. Мне безумно приятно, что я могу поддержать свою сестричку. Моя миссия – информировать моих замечательных поклонников, зрителей и слушателей о том, что происходит, как происходит подготовка, как проходит соревнование, так что я буду информировать. Ну, а мы изо всех сил пытаемся поспеть за Нюшей и быть в курсе всех-всех ее событий. С вами была Нюша, специально для Муз-ТВ. Стас Новос, Женя Вашуркин, про новости.